Свершилось. Рекорд украинской столицы побит. Чебоксарцы настолько организованно вышли на утреннюю зарядку в день города, что соответствующая строчка в книге рекордов Гиннесса просто не может не появиться. Зарядки со звездой в Чебоксарах проходят несколько лет и достаточно регулярно, но такой массовой не было никогда. Впрочем, не только в Чебоксарах. Прежние рекордсмены-киевляне собрали 12 тысяч любителей здорового образа жизни. А у нас 17 тысяч регистрационных браслетов не хватило едва ли не каждому второму. В качестве звезды выступил сериальный герой Гена Букин, при ближайшем знакомстве оказавшийся очень обаятельным человеком. Здравствуйте, да, я первый раз в Чебоксарах, я проезжал мимо, был в соседних республиках и областях, но как-то все время обходил Чувашию, но сегодня я увидел этот яркий, красочный, молодой и спортивный город и счастлив тому обстоятельству, что познакомился с ним именно сегодня. Давайте помашем камере, который вас в прямой эфир посылает сейчас. Я смотрю, что с каждой минутой народа становится все больше и больше. Лучше подвести не вещает всех желающих. И это не преувеличение. Прыгали, пританцовывали, размахивали руками не только на Красной площади, но и на прилегающих улицах. Причем делали это с огромным удовольствием. Здорово! Очень понравилось! Хорошая. Замечательно! С настроением пришли! Зарядка, делаем круто вообще! В конечном итоге оказалось, что в зарядке со звездой приняли участие около 30 тысяч человек. Серьезная заявка на рекорд. Я благодарен всем, которые пришли. Кто-то пораньше встал, кто-то, может быть, и рано-рано встает. Но они пришли, они сделали свое дело. И они сами себе сделали прекрасный подарок. Еще по меньшей мере половина города оказалась очевидцами рекорда. Национальное телевидение Чувашии вело прямую трансляцию с площади. И оценить масштабы действия смогли все телезрители. Полную видеоверсию основных событий дня города вы увидите в нашем эфире в ближайшее время. Следите за программой.